В этом году зачастую поднимался вопрос о лекарственном обеспечении медицинских организаций и аптечных сетей. Бывало даже такое, что на полках отсутствовали определенные медикаменты, которые были необходимы в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией, а именно жаропонижающие, антибиотики и противовирусные. Поставка препаратов была налажена. Но как обстоит ситуация сейчас и следит ли за этим кто-нибудь? В период действия ограничительных мер в Павлодарской области была создана инициативная группа общественного контроля. В настоящее время в нее входят 20 человек. Основным направлением работы является мониторинг получения гуманитарного груза, поставки лекарственных средств, наличие медикаментов в аптеках и организациях здравоохранения, ценовой политики. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, общественный контроль продолжает свою работу. Также мы ведем мониторинг работы медицинских организаций в плане, что защищены ли наши медики в период, на тот момент, если будет вторая волна COVID-19, да, насколько защищены наши медики. Есть горький опыт, наверное, у всех в мире, да. Исходя из результатов последних мониторингов, можно сделать вывод, что область снабжена необходимыми лекарственными препаратами. В медицинских организациях и аптечных системах запасы заготовлены на 2 месяца и поставки полностью налажены. Представители общественного контроля призывают жителей не скупать препараты без необходимости и использовать лекарства только по назначению врача. Валерия Степчук, Юрий Белевский, Ертас Ахпарат.